Так, кто это у нас тут с утра дерется? Это кто это с утра дерется у нас здесь? Бунька стала его тоже кусать, но она потихонечку кусает. Прикусывает, а он сильно. Вот так, вот так, вот так. Ну, детки, конфетки, встаем. Время 11:30. Они еще спят. Макс с Каролиной здесь спят уже второй день, вторую ночь на диване. Режим весь у нас сбился. Как потом в школу будем ходить? А? Алло? Зацепился. Вот это дерутся, а? Он прям кусок шерсти. Ужас. Смотрите, что он сделал. Бонька, он у тебя шерсть выдрал. Это что такое? Тебе холодно, что ли, Магуш? Это не твои ногти. Это Каролина их покрасила. Что так некрасиво? Ну, как она смогла, так и покрасила. Тебе подходит? Они не клеятся. Они уже все не клеятся. Они уже все какашки. Уже клея там не осталось. Привет, ребят, первый влог наш. О, нет, в этом что, году. Бабушка будет делать холодец? Нет, это суп. Какой холодец? Мы не едим холодец, а? Сохрань, я уже думала. Да, это чай? Так, садимся мы завтракать. Сегодня папа наш уехал на работу, у него все, уже закончились каникулы. А детям еще неделя. До 10-го. Понедельник 10 число, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, 10-го в школу. И так смотрит. Он сразу выходит, когда слышит, да? Кого-то. Так хочется его потискать, но нельзя. Подарок от друга. Ну, посмотри, оно тяжелое. Ничего себе. Кирпичи, что ли? А что там такое? Нет, это просто коробка. Да, я знаю. Он всегда в коробках. Да? А там всякие... Боже мой. О май гад, Марго, ты... Боже мой! А что мне это к ним взяло? Мне тут петух. Угу. А что ты принесла, вкусняшку? Да. Так, ты уже посадила его, что ли? Он кушает. Нужно постелить что-нибудь в ванну, чтобы он не скользил. Какое-нибудь полотенце. Ты даже не подозреваешь, что ты будешь купаться сейчас. Так нормально? Да, нормально. Нормально. Постели и воду набирай. Лучше набери немножко воды. Что ты делаешь? Полотенце. Да ладно, пусть так, поправим потом. Самое главное, поставить его на полотенце, и оно не плывет. Все? Филипп. Водичка-то хорошо. Не надо. Где вкусняшка? Ну, Сережка, дай ему вкусняшечку. Ну, ему сейчас не до вкусняшечки. Ой-ой-ой. Водичка, да. Ты никогда не купался? Первый раз? Сильно. Ох. Да, все, хорошо. Все. Надо мыться, надо купаться. Все, мой хороший. Все. Ты хороший котик, да, хороший. Мне мама потом снизу можно. Хороший котик. Все. Филя. Тихо. Как он мукрый. Да, надо его выжать. Подожди, я тебя выжму. Чего? Подожди, ты же мокрый. Я тебя выжму сейчас. Не цепляй. Все, пойдем. Покажи. Пойдем сохнуть. Ну, покажи, где.
Сильно, мам. Сейчас надо помазать кремом. Больно? Ну, щипит. Подстригла эти когти, а если бы у него не стриженные были вообще? Он особо сильно-то не кричал, он так не укал, в принципе. Первый раз. Ну, Эриш этих слови. Ой, ушка. Первый раз Зойка искупался. Эриш, что, руйк ворда? Нахер мама ищет сюда руйк ворда, все танк, то сэр фертик, но мах, нахер шпринг. Ну, он прыгнул, у меня задние лапы, я вот так вот оттолкнула. Что ты делаешь, блин? Мокрое, надо другое полотенце, да? Это хвостик. Мы его без ничего, мы просто водичкой. Сейчас. Что ты не замерз? Ай, хороший. Сейчас пойдет вылезать. Есть, да, вообще говорят, что мейн-куны, они очень любят водичку. Но он же, видишь, первый раз он не знает, что это такое. Шикарно. Поэтому нужно приучать. И так вообще они любят воду. Ай. Ну, сколько я видела, вкупаются. Конечно, есть исключения, но... Филя. Филюшечка, мой сладкий. А мама, его феном нельзя сушить? Нет, феном не надо. Он будет бояться. Морда злая. Злится. Ой-ой-ой. Не надо. Не надо. Не надо мучить. Все, его уже он вчера орал, по-моему. Бори, смотри, кошка купалась. Сейчас еще Бонька будет облизывать. Бонька сейчас поможет. Ты, Чуби, иди помогай. Иди садись на кроватку, тепленько, чтобы тебе было. Roblox играешь? Да. Ага. Акаина новая каза, и Акаина новая Кого новых? Самолетики новые? Да. А это здесь у тебя что? База такая. База? База. Такой же самолет, как у тебя? Давай косички заплету тебе. Хорошо. Лохматушки. Две. Расческу неси. Да, мама. Не трогай его, Ксюш. Он сейчас будет, он до самого вечера будет вылизываться, пока он не высохнет. Бонни, не мешай, он хочет кушать. Бонни. Бонни, иди ко мне. Бонни, гулять. Мама, меня убили. Я тебе две заплету. Ладно? Да, ладно. I think we have done it all. She knows me in and out. Love of a different kind. But we still have no control. Cause when the daylight comes, we're just good friends. Baby, good friends hanging on. When the daylight comes, we're just good friends. Покажи, как тебя зовут в этом, в Роблоксе. Может быть, кто-нибудь с тобой поиграть захочет. Каролина, 10, 29, 38, 47, 56, 0. Вот. Да. Кто хочет, можете поиграть с Каролиной. Нет, они должны ее добавить, потом Каролина ее должна добавить. А если она не добавит, они не смогут с ней играть. А где посмотреть, кого надо добавить? Где-то надо смотреть. Сейчас запросы. Тут. Либо, наверное, вот запросы, где колокольчик. Да, или да. Где колокольчик, там или... запросы будут. Или... Вот. Ага. Она просто потом должна нажать, угу. И все. Вот она теперь скатывается. Отмылась? Нет? Только это отмываться, типа, глазки, которые это... Значит, чем-то другим надо попробовать. Чем можно скотч оттереть? Откорябать. То потом просто его так надо чем-то этим жестким. Видишь? Не, смотри, не мой. Да, оно, да. Отмывается, да, просто только... нужно подольше тереть. Марк, так что, ты будешь это? Будешь заклеивать или отрезать? Заклеивать. Точно? Да. Может, отрежем? Я не хочу шить. Так я сама тебе прострочу. Долго шить. Нет. Я тебе быстро за 5 минут прострочу. Нет. Да? Нет, я не хочу. Они все длинные, ты не найдешь сейчас джинсы по твоему росту. Даже мне бывают длинные сильно. Я только нужно в обуви тоже смотреть, чтобы это тебе не сильно коротко было. Или хотя бы до пяток, до пола.
И здесь еще разрез вот такой вот есть. Вот внизу. Может, смотри, вот эти вот. Булавками, да? А потом ленточку прям вот сюда. Вот прям вот такая она, такого размера, где она. А вот она. Вот это вот. Будешь это... ее отрывать кусочками небольшими. И прям хорошо держать там несколько секунд. Не просто гладить, а именно давить и держать. Хорошо? И потом будешь смотреть, приклеилась или нет. И так нужно до тех пор, пока она не приклеится. А, кстати, хотела я спросить, кто знает, где можно посмотреть новый сезон сватов? Потому что в Ютубе не показывают. Ты вытащил велик? Иди. В общем, если кто-то уже посмотрел, скажите, где можно посмотреть. Я знаю. Можно посмотреть, Бонни, нельзя. Подскажите нам. То я только отрывки смотрела кусочками. Очень интересно посмотреть. На каком велике? На своем поедешь? Да. Давай я уберу этот велосипед, а ты это вытаскивай свой. На этой неделе нам, кстати, передают снег. Коробы нас! Но забыла вот здесь вот доклеить. Видите, какая ерунда. Так некрасиво. Мама! А! Чего? Покажу. Мама, давайте. Что покажу? Не надо с тобой. А мы смотрели «Елки 7» вообще? Нет. Мы вообще смотрели «Елки 6» и 5. Мы просто «Елки» смотрели, «Елки 2», «Елки 3». И все. «Елки 4». Это про что? Надо посмотреть 5-ю, 6-ю. Почему 8-я «Елки»? Я сегодня узнала, я смотрела Инстаграм, мне вышла реклама про «Елки 8», что в Швейцарии в кинотеатре будут показывать этот фильм. По-русскому? Да, на русском языке с субтитрами на английском языке. Надо съесть кино. 8-9 числа, в субботу, воскресенье. Только 2 дня. Поэтому мы хотим сходить либо в субботу, либо в воскресенье, да? Вот, поэтому 8-9 числа только 2 дня будут показывать этот фильм. Утром в 10 часов и вечером в 17:30. Но мы, скорее всего, вечером пойдем. Не знаю, только в субботу или в воскресенье. Вот, сходим втроем. Хоть разок воспользуюсь своим сертификатом. Ну что, зря, что ли, переболела? Наш папа так и не сходил и не сдал кровь на антитела. Поэтому он пока у нас без сертификата, не знаю. Надо сходить ему. Тебе еще долго до дня рождения. Ну, я хочу на день рождения Лего или... Есть такие сайты, где можно заказать ковер. Кастом. Потом они тебе делают. Ковер делают? Чего ты там потеряла? Надо кушать, мне нужно ужин готовить. Пойду. Нет, я конфеты не буду брать, это на день рождения, Каролина. Нет. Конфеты на день рождения, Каролина. Нет, я знаю тебя, хитрюля. Я буду делать пирог сегодня с мандаринками. Так, нам понадобится 4 яйца. Взбили до пышной пенки и теперь засыпаем ванильный сахар. Мандаринку вот этой стороной в сахар. Вот так вот макаем. И кладем.
180 градусов на 45 минут. Так. Все. Поехали. Я вчера купила целый ящик мандаринов. Поэтому, ну, это совсем другие. Но это другой сорт, эти некие мелкие. Поэтому я выбрала крупные для пирога. И вот эти вот мандаринки, они почему-то быстрее всех портятся. Они становятся очень быстро мягкими. Вот этот уже мягкий. Все, она уже подклеила свои штаны. Немножко видно, да, что они проглаженные там. Может, после стирки не так будет просто. Ну вот, и в черных, и в белых. Да? Если я вот это вот переверну вот так, вот вперед, значит, вот это вот не будет тут видно. Ну да. И тут, если я вот это вот так переверну, значит, это тут не будет видно. Потому что вот впереди вот это. Если вот так вот перевернешь. Это, смотри. Ну, я поняла, вот так вот. Значит, этот будет внизу, этот будет сверху. Да, вот так. Ну да. Да, если я тут правильно сделала. Ксюша вспомнила про уроки, скоро в школу. Мама, я не вспомнила, я знала, что у нас здесь не так много. Все в последнюю неделю, да? У нас не так уж и много. И с этими тоже хорошо. Не достает до пола? Нет. Ну, замечательно. Супер. Ну что? Где разрезы? Ну ничего, нормально, хоть и так. Я бы тебе обрезала, ты не хочешь. Потекли у меня мандарины. Плита тоже залилась. И здесь была водичка, прям сок. Не знаю, там в видеорецепте ничего не было сказано, что очень много будет воды и сока от мандарина. Вот, это я слила. Здесь прям водичка сверху была. Там плита залилась. Там внизу тоже. Опять придется мыть. Смотрите, вон там. Ужас. Если бы я знала, я бы противень постелила. Я не знала, что оно так вытекать будет. Ну как теперь это убрать? Капульки эти. Лучше сразу убрать, чем потом, чтобы она присохла конкретно. Он у меня не очень сильно поднялся, как там на видео у нее было. Вот, у нее он более такой высокий, либо у нее форма была поменьше. Горячий. Мама! Ну, рецептик, как всегда, я оставлю в описании, если кому-то захочется приготовить. Ксюша не ест пирог с мандаринами, она вообще мандарины не ест. Найти вам, мадам. Попробуешь? Ну вот маленький попробуй. Так, с теста немножко не такое у меня получилось. Оно плотное сильно. Оно должно более воздушное получиться. Мандарины вообще-то сладкие, почему не горькие? Оно горькое, попробуй. Должно быть сладкое. Не, тесто мне не нравится, у меня не получилось тесто. Мама, давай мы сладко сделаем этот тортик с кокосом. На любителя. А я с горчинкой. Горчит немножко. У меня просто эти яйца я взбивала с сахаром, и оно у меня опустилось, поэтому не пышный пирог получился. Решила? Да. В общем, пирог не очень понравился, знаете, так 50 на 50. Либо я что-то не так сделала, но все равно он горчит, поэтому если вам не нравится с горчинкой, то лучше не делайте.
есть, потому что вот это, видимо, шкурка, шкурка в мандарине, она дает горечь. Хотя я помню, один раз пекла пирог, вместо мандаринов были апельсины, и горечи такой не было. Видимо, от мандаринов эта горечь идет. Я такой больше печь не буду. Одного раза хватило, мне не очень понравился. На один раз, если хотите, чтобы прям вот сладенький получился, тогда вам нужно будет каждую дольку, от каждой дольки вот эту шкурку убирать. В общем, замучиться можно. Ну, можно сделать, конечно, просто больше времени потратите. Будет вкуснее. Но если так вот целиком, вместе с шкуркой, с пленкой, горько будет. И это я еще их в сахар макала. И все равно горько. В следующий раз я лучше сделаю с апельсином. С апельсином вкуснее намного. Половинку съели, осталось попробовать Лео. Лео. Папиком эссенс. Ты не будешь пробовать. Вот прям горький-горький. Такие мандарины классные были, вкусные. Взяла, испортила пирогом. Лучше бы эти мандарины так съела. У нас теперь Маргарита играет вместе с Ксюшей в Fortnite. Тебе нравится? Да? Нет? Нет, да? Нет? Че играешь? Ксюша там за компьютером, Маргарита здесь за телевизором. Не знаю, как-то мне нравится. А что, Макс не играет? У меня уфмидостанет, хватит. Макс пусть играет. Макс, что ты не играешь? Я что-то писаю. Я что-то писаю? А что ты писаешь? Я что-то писаю. Что ты писаешь? Ты профессор? Смотри. Вот на формочке сделала из гипса. Это же гипс? Осторожно только, а то он может разломаться. Я сама делаю. Это камушек? Да. А тут и звездочка. Надо потом вот это. Да. Красишь? Только смотри, мне стол не покрасит, а то она очень сильно пачкает. Да. Поярче сделай. Но они же одинаковые. Какая разница? У них просто... Каролина, он просто одежда разного цвета. Какая разница? Он хочет синего, пускай синее будет. Потом ты поменяешься. А я хочу синее. Ну, потом завтра ты будешь синего. Ну, мама. Сегодня. Будете сейчас это... Давайте все, ложимся. Все, ребят, мы будем заканчивать на сегодня. Я пойду влог монтировать. Время 11 уже. Девчонки там болтают. Филька ходит за мной. Я тебя уже кормила. Пугаешь. А ты что часы напилила? Просто хотела померить. Как, тебе нравится? Я вообще-то сегодня хотела с вами фильм посмотреть один. Сегодня? Да. Ну, завтра посмотрим. Я хочу посмотреть «Елки 7». Если мы пойдем смотреть «Елки 8», я хочу посмотреть «Елки 7». Потому что 6 частей мы смотрели. 6? Да. Мы уже все смотрели? Да. Ну, я не знаю, если вы смотрели все. Или не все, я все смотрела. Все, всем пока. Спокойной ночи. Пока. До завтра. Пока. Давайте, закрывайте.